наш именинник. Ну, его не видно, потому что контракт. Вот так. Потому что, не нажала рекорд. Нет, нажала. Вот так, хорошо. Именинник, да. Скажи, доволен ли ты своим днем рождения? Очень. Ребята были все замечательные. Жалко, только морду никому не набили. Обычно именины обязательно надо сначала набиться, надо потом морду набить. Возвращаемся. Искупавшиеся в живой воде. Свежесть ощущается до сих пор. Уже прошло 3 часа. Нечего тут снимать. Садится батарейки, поэтому я перешла на режим фотографии. Вот это мы уже приехали и наслаждаемся видом скал. Пещера находится внизу, нужно еще дойти до этой пещеры. А пока что вот вся наша компания собралась и фотографируется на фоне скалы. Вот. А теперь мы пошли по тропе в сторону расщелины входа в пещеру. Нагромождение камней. На мой взгляд, очень живописные пейзажи, несмотря на то, что это всего лишь штука скалы. Но посмотрите за то, какие красивые скалы. На чем растут деревья, это загадка. И цветы, они цепляются за камушки, за какие-то крупиночки, песчинки. Некоторые сосны растут прямо в скалах. Вот, перейдя через этот мостик, через ручей, там дальше вход. Видите, нужно было пролезать под этими огромными камнями, затрявшими в расщелине, чтобы войти в пещеру. Это Сережа меня поджидает около входа в пещеру. И вот мы пробираемся. Ну, я пропустила все пещеры, это уже выход, на самом деле, выход. Тут, прыгая, как молодые козлики, через ручей, мы выбрались на полянку, где устроили себе привал. Тут ребята меняются впечатлениями. Юра, ты что, читать сюда пришел? Алина делится водой. О, Влад фотографирует. Там несколько первых фотографий это сделал Влад здесь, в этой коллекции фотографий. Васильки. И снова мы пошли по тропинке вдоль скал. Вот. Вечереет, тени удлиняются. Солнце здесь садится очень быстро, и в 6 часов уже начнет темнеть. Уже будет заметно изменится освещение. А как и многие парки, вот этот парк, он работает только от рассвета и до закрытия солнца. В Америке очень популярна такая форма. Наслаждаемся видами. Это Сережа Боханцев смело спускается по скале. Юра и Серега,
танкист и таксист. Вернее, они теперь оба таксисты, позируют на фоне скал. Вот они опять. Дальше это 1 евро у нас. На этом мы с Серегой смотрим вдаль. Ну, это мы уже близки к выходу. Вот на этом заканчивается наше путешествие в Пиннаклс.